мы приехали в Сан-Франциско, есть такое место, которое называется Twin Peaks. Сейчас вот покажем. Здесь такая вышка стоит. 5G. Здесь уже, наверное, 25G. Вот такой вот открывается вид с одной из вышек на Twin Peaks. Здесь можно разглядеть даунтаун Сан-Франциско, залив. Очень красиво. Интересно, как на ладони все. Еще выше мы поднялись. Вот по этой дороге мы поднимаемся сюда, по серпантинной. И вот такие виды. Здесь сегодня очень классная погода. Обычно здесь ветрено и холодно. Сегодня прям солнышко такое. Травка зелененькая. Очень здесь классно. Ну вот Сан-Франциско нас радует такой погодкой. Здесь прохладно, ветерок, не жарко. У нас уже в нашем городе начинается жара, а здесь у них все время прохладно. Это вот центральная улица, я думаю, Ванес. Она идет через центр Сан-Франциско. Туда, к океану. Конечно, красотища вечером здесь. А вообще обалдеть. Все эти дома, которые мы с вами видим, они вечером зажигают свои огни. И здесь все в огнях. Красотень. Люди сюда пешком добираются, некоторые, многие. Здесь тропы есть. Вон там вон дорожка. Это хорошая нагрузка. Я имел в виду хорошая зарядка. Нагрузка на все мышцы. Я бы, конечно, мог бы тоже, но сегодня оделся так парадно, не по-спортивному. Можно было на велосипеде сюда приехать. В основном здесь, конечно, оставляют внизу машины и идут пешком по этим горам наверх и созерцают такую красоту. Вон вот так вот по горам люди ходят. Там ступеньки. Здесь, конечно, очень хорошая погода сегодня. По-нашему, по Фаренгейту 57. Обычно здесь 40 с чем-то и большой ветер. А сегодня ветерок есть, но такой не сильно противный, да? Приятный. Ага. Тепло, в общем. Чайки летают. Высоко мы над уровнем моря, океана. Так. По лестницам бежит спортсмен. Да, здесь спортсменов очень много. На меня чем-то похож. Футболка черная. Я промолчу. У меня она сегодня тоже черная.
за себя выдать. Интересно, вот это вот что за рожки? Может, из-за этого и названо Twin Peaks? Там такие домики интересненькие, люди живут. Да, здесь, конечно, туристов много. Мак вон растет по бокам. Такая красота у нас. Сейчас самое интересное. Ну, здесь, в принципе, и зелено и остается, да? Потому что здесь все-таки влажность есть. Ну, да. Здесь оно не выгорает сильно. Капы едут. Угу. Полицейские за нас охраняют. Следить. Да. Так что... одно из интересных мест в Сан-Франциско. Заснимем вам немножечко даунтаун в таком солнечном свете. Так что он всегда очень разный, всегда красивый. Такой красивой дороге едем поперек трафика, в общем. Это нас вывело, чтобы мы в трафике не ехали, а вывело понад океаном. Рядом большой фривей, а мы едем рядышком. Вот он, главный город в Америке. Это ихний даунтаун. Это у них здесь и свои магазины и рестораны. Охотничья собака вон охраняет богатство. Вот так вот живут люди, которые не хотят ничего добиваться в своей жизни. Не хотят работать. Ну? Работы валом. Очень много молодых из них. Меньше, чем я даже. Моложе. Вот это вот такой город. Даунтаун. Даже свои там корабли какие-то устроили. Вечером иногда. А здесь такое, видимо, запретная зона. Прикрыли. А вот интересно, это кто? Город прикрыл или они сами? Представляешь? Здесь даже не увидишь всю ихнюю красоту. Вот такая у нас здесь... непонятно, то ли живут, то ли свалка. Настоящая жизнь в Америке. Пришли мы в ресторан наш любимый. Мы как-то вам показывали. Как называется? Скейт называется. И сегодня еще солнце не садится пока, но тоже здесь очень красиво. Мы прям на воде. Водичка, водичка. Это океан уже, заливчик такой. Там вдалеке вон кораблики. Сейчас будем кушать. Вот идет корабль, а пираты вот догоняют на маленьком корабле. Сейчас они с другой стороны раз только и окружат. Нам принесли калимари. Вкусненькие такие. Принесли нам супик. Очень вкусный, с морской еды. Там все морское. Возвращаются назад. Дашенька, мы сегодня заказали мохито. Что там? Клубничная. Лайм и мент. Мята. Угу. Очень вкусненько. Рыбаки возвращаются, наловили и торопятся домой. Так, нам принесли, Дашенька, что ты заказала там? Бургер. Бургер. Она американская девочка. Мы заказали у нас салмон, рыбка с овощами. И у Дмитрия тоже рыбка. Выглядит очень вкусно. Также принесли хлебушек чесночный такой. Здесь они его пекут на месте. И
И такой десертик у нас шоколадный. Мороженое и шоколадный, типа как брауни или как кейк. Так. Вкусно? Ну вот нам пришел чек. Все мы это наели на 139,95. Было очень вкусно. Ну как такую красоту не заснять? Обалдеть! Вот это сила, да? Это вам не шутки. Очень все понравилось. Поймали мы, как всегда, хорошее время. Обязательно